Два разбойных нападения за сутки в Одессе. Оба с применением огнестрельного оружия. Поздно вечером в одном из спальных районов неизвестные обстреляли авто местного активиста. А уже в полдень еще одна перестрелка. В центре города выстрелили прохожему в ногу. Все подробности расскажет Богдан Вербицкий. Киевский район Одессы, около 11 вечера. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как черный джип срывается с места, а группа молодых людей выбегает из микроавтобуса и несколько раз стреляет во внедорожник. С применением гладкоствольного охотничьего оружия произвел несколько выстрелов. Автомобиль, который вы видите. Пострадал, да, молодой человек. Ну как пострадал, он уже в больнице, его нет, он уже выписан. У него 3 дроби, непроникающее ранение в область поясницы. По данным СМИ, пострадал один из участников одесского автомайдана. Позже общественники эту информацию опровергли. На своей странице в Фейсбуке активисты сообщили, что пострадавший – один из соратников экс-автомайдановца Евгения Резвушкина. Его исключили из организации еще 2 года назад. Спустя час после нападения полиции удалось выйти на след преступников. И через некоторое время их задержали в Белгород-Днестровском. Установлено та затримано 2 підозрюваних. Які обґрунтовано підозрюються в скоєнні стрілянини. Встановлено, що причиною конфлікту став один із лотомаркетів, який розташований в Київському районі міста Одеса. На теперішній час вживаються заходи по встановленню інших осіб, які приймали участь в даній події. Позже правоохранители сообщили о заключении под стражу еще 3 подозреваемых. Их обнаружили уже в Херсоне. У задержанных полицейские нашли огнестрельное оружие и патроны. Но не удалось пока найти виновных в другом разбойном нападении. В центре Одессы кто-то из группы неизвестных выстрелил из пистолета в прохожего. Пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением ноги. Сейчас правоохранители ищут автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Идет следствие. Богдан Вербицкий, подробности, телеканал Интер.